Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Итак, уникальный просто лот. Уникальный со всех сторон. Это премьера. Такого еще не было. Телефон, который является телефоном первой необходимости для каждого человека, особенно для пожилых людей. Итак, друзья, дело в том, что телефон – это не роскошь, телефон – это необходимость. У меня есть и смартфон, дорогой смартфон, и телефон. Кстати, мой телефон тоже красного цвета. В чем удобство этого телефона? У него отличный, мощный динамик. И у этого телефона не просто мощный, он действительно там феноменально мощный. И кроме того, у него огромные клавиши, гигантские клавиши, чтобы наверняка попадать пальцами на них. Даже вслепую это возможно. Далее, друзья, это еще не все. У него все клавиши подписаны по-русски. Фонарик написано «фонарик» русскими буквами, друзья. Все понятно, все доступно и все очень-очень полезно. Самый обычный мобильный телефон. Вот он, простой, ну и привычный. Но есть телефон, который более удобен. Вот в чем мне лично этот телефон не нравится. Чем? Смотрите, начинаю набирать номер, и я пальцами попадаю сразу на несколько клавиш. Вот мой палец, вот одна клавиша. На нее попасть практически невозможно. Я могу сразу до 4 клавиш нажимать. Но только не в нашем случае, потому что здесь огромные кнопки. Огромные кнопки. И если красный, вы подумаете, что это обман зрения, пожалуйста, вот вам черный. Черный телефон и черный телефон. Два черных телефона. И здесь клавиши огромные. Кстати, обратите внимание еще вот на это. Набирая номер, вы видите это на огромном экране. Каждую цифру номера вы видите на огромном экране. Это действительно удобно. Дальше. Хотите музыку послушать? Без проблем. Радиоприемник нажимаем. И что делаем? Слушаем, друзья. Это удобно и просто. Вот смотри, первую попавшуюся. Очень громкий динамик, друзья. Вот. И что еще? Тут много всего интересного. Радио можно, опять же, слушать. Можно еще и фонарик включить. Тут он тоже есть. Причем в обычном телефоне фонарик один. Здесь их сразу два, друзья. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Действительно удобен. А дальше, что мне еще в нем нравится? Фонарик, видите, написано по-русски. Фонарик, разберется любой. Огромный дисплей. Фото и видеокамера, друзья. Смотрите, какая здесь фото и видеокамера. Давайте оценим вместе. Посмотрите, вот. Так вот не видно, вот так видно. Посмотрите, вот она, фото и видеокамера в этом телефоне за 2199 рублей. Это фантастика, друзья мои. Итак, огромный динамик, большой дисплей. Все это выглядит просто великолепно. Но сегодня не только день премьер, сегодня день подарков. Поэтому при заказе во время прямого эфира вы получаете еще и чехол в подарок. Причем чехол необычный, чехол оригинальный. То есть посмотрите, мы снимаем заднюю крышку с этого телефона. Обратите внимание на огромный аккумулятор. Этот аккумулятор позволит нашему телефону работать без подзарядки почти целый месяц. Почти целый месяц может работать этот телефон от одной единственной зарядки, друзья. Это не все. Огромный динамик. Вы видите, гигантский динамик. Именно за счет него такое чистое и громкое звучание. Даже если вы забудете этот телефон в шубе где-нибудь, в теплой верхней одежде в коридоре, а сами будете находиться в дальней комнате от коридора, ничего не произойдет. Между тем, я поменял чехол. Вот задняя крышка обычная. Вот чехол, напоминающий кожу. Он имитирует кожу, друзья. При этом посмотрите, как удобно. Все защищено. Он защищен со всех сторон, друзья. То же самое для красного цвета. Вот, пожалуйста, для красного телефона есть красный чехол. Выбирайте тот, который вам нравится, я имею в виду цвет. Это действительно удобно, это действительно важно. Кстати, давайте посмотрим еще и на красный телефон. Посмотрите, что здесь есть. Здесь, прям в центре, не промахнетесь, вот, есть большая красная кнопка, написано SOS. Проверим, для чего она. В случае какой-то неприятности или экстремальной ситуации мы просто нажимаем на нее. Раздается дикий громкий звук сирены. Он привлекает внимание, отпугивает злоумышленников и при этом поступает звонок и сообщение на номер, который вы укажете сами. Смотрите, вот сюда только что пришло сообщение. Видите, да? Можно прочесть его. Сообщение вы выбираете сами. Смотрите, сообщение от бабули. Открываем и читаем. Видно? Теперь мне нужна твоя помощь. Текст вы можете изменить. Номер вы можете указать любой.
Он будет и звонить, и писать. Это действительно удобно, друзья. И это еще далеко не все. Давайте посмотрим вот на что. Меню. Меню, друзья мои, здесь особого внимания вашего заслуживает. Почему? Посмотрите, пожалуйста, здесь огромные иконки меню, чтобы не напрягать наши глаза. Большие клавиши, большие кнопки, и, соответственно, здесь все по-русски написано. Так вот, друзья, мы можем смотреть, слушать и развлекаться. Это вот второе сообщение пришло о проблеме, то, что какая-то проблема возникла, кнопку SOS, то, что я нажимал. Смотрите, можем слушать музыку, которая на карте памяти. Очень громкий звук, очень громкий, невероятно громкий звук. Дальше, друзья, все на русском. Здесь окей, и здесь написано по-русски назад, чтобы было вам удобно и было понятно. Дальше можно смотреть фотографии на этом большом дисплее с карты памяти. Можно смотреть фотографии, друзья, семейные фотографии всегда рядом на большом экране телефона за 2199 рублей. Это необходимость, особенно, еще раз напомню, для пожилых людей, это забота ваша о них, чтобы им не напрягать глаза, чтобы им не целиться по этим мелким кнопкам. Гораздо удобнее и проще пользоваться именно этим телефоном с большим дисплеем, с мощным динамиком, друзья. Это возможно, это уникальный, абсолютно уникальный вариант специально для вас, друзья. Торопитесь, звоните и заказывайте. Прямо сейчас у нас этот потрясающий телефон. Он хорош. Он удобен. Набираем номер телефона, видим каждую цифру на большущем экране, друзья. Кнопки меню. Все здесь видно, все понятно. Кнопки меню здесь, вот они у нас. Крупные, яркие, сочные. Все это, друзья, дает вам полное ощущение комфорта. Вы будете пользоваться этим телефоном фактически вслепую, потому что вам ничего не нужно будет придумывать. Все и так понятно. Большие клавиши с гравировками в виде цифр, огромные просто. Большой яркий дисплей, видно прекрасно все фотографии, все детали, все цифры, все, что захотите. Здесь у нас мощный аккумулятор, здесь у нас просто невероятный. Просто невероятный динамик, огромные мощности. И еще фото и видеокамера. Все это телефон, который стоит всего-навсего 2199 рублей.